Обход муниципальных пляжей Анапы начали с центрального. И сразу первое замечание. Ржавые водостоки у входа. Особое внимание детскому городку. Индивидуальный предприниматель не закрепил пластмассовые домики. А это угроза безопасности детей. Стулья поломаны и батут. То ли наполовину надут, то ли наполовину спущен. Жалобы на качество обслуживания даже предъявить некому. К самой территории пляжа замечаний нет. Там хорошо сделаны кабиты, там неплохие медпосты. Вот, и там хорошие спасательные посты, все. Во второй точке проверки на пляже GMT к медицинскому посту претензий много. Антисанитария, помещение не оборудовано. Медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим нет. С 1 июня вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. А таблички с пляжа о местах курения убрали только после замечаний депутатской комиссии. Нарушений на центральном пляже села Витязева. Возводимая установка гидромассажа на берегу вызвала много вопросов у специалистов проверяющих служб. К оборудованию пляжей в GMT и Витязева у комиссии общее замечание. Очень много, я думаю, несанкционированной торговли в проходах, которые мы заметили, одни и те же продукты и тоже в антисанитарных условиях. Несмотря на недочеты в оборудовании пляжных территорий, в курортном сезоне 2014 года депутаты отметили положительную тенденцию. Результат работы предприятия МУПАКУ заметен. Одно из самых важных, что происходит, это улучшается сервис. Увеличилось количество канализованных туалетов. Это очень важный момент. Появились новые тенты, настилы, облагороженные пляжи. Больше стало чистоты. Замечания депутатов, специалистов проверяющих служб зафиксировано в протоколе. На устранение недочетов у предпринимателей несколько дней. Комиссия запланировала повторную проверку. На очередное заседание комитета депутаты пригласят руководителей, ответственных за санитарное состояние пляжей. Туристы приезжают в Анапу отдыхать и оздоравливаться. И для комфортного отдыха местных жителей и гостей курорта важна каждая мелочь.